Далее. Казахстан вводит систему мониторинга для предотвращения обхода санкций против России. Ну, здесь вообще вопрос стоит в большей степени о том, что с юридической стороны происходит в Казахстане. Но я бы затронула чуть более глобальную тему, потому что мне этот вопрос задавали на семинаре, который у нас только недавно закончился. Что же будет с Оренбургом? Да? Вы знаете о том, что Казахстан вдруг неожиданно, хотя совсем предсказуемо для нумерологов, заявил о том, что планирует забрать себе Оренбург, Оренбургский коридор, вплоть до Омска, что эти территории когда-то принадлежали этому государству, и вроде как они на них претендуют. Так вот, еще раз и еще раз вам напоминаю, что Казахстан и Польша – это два государства, и Азербайджан, прошу прощения, Казахстан, Азербайджан и Польша – это три государства, которые на ближайшее время начнут тотальный, очень мощный рост политический. И они станут независимыми лидерами своего региона. Как они будут расправляться со своими врагами и союзниками, это другой вопрос. Но тот факт, что Казахстан предаст Россию, мы об этом говорили еще с 2017 года, это абсолютно очевидно. С точки зрения независимого нумеролога могу сказать, что для Казахстана это, конечно же, шаг вперед. И здесь надо понимать, что Казахстан не выходит из союза с Россией для того, чтобы дружить с США. Казахстан будет пытаться выстроить себя как независимое государство, конечно, поглощая страны, которые находятся рядом. И, как мы тоже уже говорили, для того, чтобы вступить в клуб нового мирового порядка, необходимо заявить на какие-то притязания, на какие-то регионы других государств. Вот поэтому они и заявили, заговорили об Оренбурге. Мы посмотрели прогностику Оренбурга, не нашли никаких отрицательных значений. Ну, восьмерка чаш, девятка чаш, десятка чаш, это вплоть до 2025 года, это Оренбургская область, ее ключевой код 21. У Оренбурга код 46, здесь вышли пентакли, пентакли, пентакли. Вот единственное, на что стоит обратить внимание, почему-то из Оренбурга происходит отток денег, да? Если в Новосибирскую область приток, причем колоссальный, то в Оренбурге, наоборот, колоссальный отток денег. Пятерка пентаклей – это знак нищеты. Поэтому в данной ситуации, видимо, наше правительство не захочет вкладывать большие деньги в развитие этого региона, даже сделает определенный отток денег оттуда, потому что все равно рано или поздно между Казахстаном и Россией этот вопрос станет остро. Но до 2025 года скорее нет, чем да. Соответственно, сам по себе конфликт между Россией и Казахстаном по Оренбургскому направлению – это то же самое, как наше притязание, скажем, на Курильские острова с Японией. Да? Это просто разговоры и какие-то договоренности. А если мы говорим, например, об Азербайджане и Армении, да, мы говорим о Нагорном Карабахе, да, уже такие военные сопротивления, то это точно не история с Оренбургом. Поэтому в данной ситуации Казахстан просто заявил о себе, но никаких активных и ярких шагов в этом направлении делать не будет.